Доброе утро. Здравствуйте. Как дела? В детском садике без происшествий. Вот уже 3 года Галина Болотова заведует детским садом номер 21 «Золушка». Дошкольное учреждение называет своим вторым домом. Здесь она проводит едва ли не 7 дней в неделю. Образованием и воспитанием детей занимается всю сознательную жизнь. На посту заведующей создает все необходимые условия для комфортного и всестороннего развития подрастающего поколения. Работу по душе Галина Александровна выбрала для себя еще в детстве. Наверное, это мое профессиональное призвание в первую очередь, потому что так сложилось, что с первого класса, когда я только пришла в школу, я сказала, я буду учителем. Несмотря на увлеченность любимой профессии, ей всегда хотелось расширять границы собственных возможностей и делать для города как можно больше. С 2012 по 2017 год Галина Болотова являлась депутатом Совета депутатов микрорайона Левобережный. За 5 лет общественно-политической деятельности ей удалось решить немало вопросов по благоустройству. Одним из масштабных проектов сама Галина Александровна считает реконструкцию парка Северного речного вокзала. Для нее это особенное место. Это вообще моя такая малая родина, да, я там выросла, я там всю жизнь гуляла, я там училась. Это все очень мне близкие места, которые вот связаны с моим детством. И когда появилась возможность активно поучаствовать еще в улучшении такой своей малой родины, да, то, естественно, это вызывало определенную гордость. Активную общественную деятельность Галина Болотова не прекратила даже в период бушующей пандемии коронавируса. Став членом движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить», она вместе с другими участниками помогала пенсионерам и ветеранам. Неоднократно я выполняла такие заявки со своими коллегами, да, которые, конечно же, никогда не отказывались для того, чтобы купить лекарства, купить продукты, привезти это домой, даже несмотря на то, там, есть ли у тебя автомобиль или нет. С тех пор за помощью к Галине Болотовой обращаются десятки химчан. Знают, она точно не откажет и решит проблему. Чаще всего люди просят о благоустройстве собственного двора, детских площадок. Узнали совсем недавно, что, оказывается, в нашем микрорайоне практически нет площадки для выгула собак. Конечно, мы понимаем, что мы не можем с одного вот момента сразу построить всем площадки и решить все вопросы. Поэтому мы идем поэтапно. Слушать и слышать стараются каждого. Решение того или иного вопроса находят вместе с администрацией и советом депутатов городского округа. Только вместе и только в сплоченном коллективе нам удастся что-либо достичь. Благодаря такому подходу несколько раз на дню Галина Болотова принимает благодарность от тех, кого не оставила в стороне и не прошла мимо их проблемы.